Колхоз Стайл Продакшн представляет. Джойстик из Италии. Всем привет, с вами Кацунако. Сегодня мне пришел от веселых китайцев аккумулятор на джойстик PlayStation 4 на 1800 мАч, 3,7 вольта, ну и стоимость 541 рубль 39 копеек. Это указанное 7 с лишним долларов, почти 8. Вот такая вот маленькая посылочка. Сейчас мы ее вскроем и будем менять. Пару слов, почему я купил такой дорогой аккумулятор с такой маленькой емкостью и за такие, можно сказать, не маленькие деньги. Сами понимаете, покупая на AliExpress за 300 рублей аккумулятор емкостью 2000 мАч и более, вы логически подумайте, как за такую цену можно купить такую емкость. Возьмите элементарные, обычные, какие-нибудь аккумуляторы таких известных фирм, как Duracell, посмотрите, сколько они в магазине стоят, и гляньте, какова у них емкость. То есть эти миллиампер часов, и прикиньте цену. Ну да, сравниваю с Duracell, это конечно. И покупая у китайцев на 2000, допустим, 300 миллиампер часов за 300 рублей, это, сами понимаете, пустая трата денег, и реальная емкость даже может составлять такая же, как у оригинального аккумулятора, на 1000 миллиампер часов. Лучше уж переплатить и выбрать более реальные значения, к примеру, как сделал это я. Ну и, соответственно, тестировать, проверять. Аккумулятор в самом джойстике. Берем чудо-нож и смотрим, как она здесь у нас упакована-то. Как-то так, да? Вот. Что мы здесь видим? Easy Landry. Dear my friends, thank a lot for you orders. Don't you like all goods and service? Yes, please give you 5 stars one. Item as description. Ну, короче, вся херня, что написано на Алиэкспрессе, пишется здесь: поставьте 5 звезд, да, мы дадим вам 20% дисконтную при следующей заказе скидку, типа, хороший сервис, свяжитесь с нами по e-mail, скайпу, плохие отзывы, что-то help you resolve problem. В общем, кто English, шпрехает по English. Тут ничего особо интересного так и не написано. Убираем в сторону. Смотрим, вот он. Тоже убираем, чтобы не мешалось. Аккумулятор вот такой, у меня версия PlayStation-то обычная, падка. Джойстик у меня обычный, так что и штекер у меня здесь не толстый, обыкновенный, тоненький. На 1800 мАч, Easy Lander, 18.05.25, это я так понял. Дата производства. Дата вот здесь указана. Вот. На обороте ничего. Тут заклеено.
Откладываем в сторону, идем дальше. Так, я буду использовать, вот я в наборе покупал отверточка. Сразу мне китайцы прислали. Вот эти две штуки непонятные. Какие-то. Вот. Лопаточки такие. Вот эту хренотень попробую использовать. Карточки отрезал. Пинцетик. И, ну, таблеточки, соответственно, я буду складывать сюда болтики. И сам, соответственно, девойс модернизированный немного. Нам не понадобится клавиатура. Так, приступим. Как обычно, по стандарту у нас идет откручивание четырех болтов, саморезов. Давайте приступим. Вот такую Made in USSR откручивается, насадка меняется, дополнительные находятся здесь. Вот. Удобно. И уже лет 30, если не более. Так, открутили 4 болта. Дали какую-то шоркалку. Даже модель CUHZZST. Дальше не видно. Дальше вот поцарапано. Точнее, не поцарапано, а сшоркалось. Так, как там открывается он у нас? Сначала подламывается центр. Я уже и забыл, как его вскрывал. Мы будем ломать, чё? Вот, вскрыли. Теперь здесь защёлки. Тут одна. Тут одна. Вот я не знаю, как этими штуками открывать боковухи. Зачем китайцы дали для разбора джойстика вот эти штуки. Пробую использовать вот это. Она сильно мягкая. Интересно, девки пляшут.
Вроде что-то отщелкнулось. Когда она щелкает, я так подцыковываю, что отломится что-то. Так, ну тут как-то, короче, снимается все это дело. Давить вперед. Вот. Главное это все дело не оторвать. Снимаем шлейф руками. От этой. От задней панели. Ну, это светодиодная подсветка получается. Просто, по-моему, вытаскивается, да. Тянем на себя вверх и снимаем. Так, что у нас там с фокусом? Вот, сразу снимаем аккумулятор. Салазки, которые крепят, держат его. Аккумулятор у нас China произведено на 1000 мАч 3,7 вольта. 3,7 ватта, или что, WH, не знаю, вырезать, короче. 3,66 вольта, постоянный ток. Здесь у нас 3,7, 1800, ну на 800 миллиампер больше, хотя, в общем, я вам дело такое скажу. Аккумулятор по факту не проверить в данный момент. Штекера одинаковые. Ну, как вы измерите емкость? Ток надо подключать нагрузку и считать время отработанное. У меня просто вот этого аккумулятора уже сколько? Года 4 уже прошло. Его по-любому прям уже надо менять. Он, кстати, и легче. Я думаю, этот по-любому будет держать больше. Этого мне хватает где-то на часов 5-6. Нет, вру. Ну да, да, примерно так, на часов 5. Может, меньше. Посмотрим. Что тут? Дело-то простое, несложное. Я вот, кстати, еще заказал крестовину. Вот эту. D-pad. Желтенькую. Под цвет хочу. Ничего сложного. Втыкаем все назад. Ставим салазки у них вот здесь. По бокам типа защелки имеются. Вот. Вот это. И вот вторая. А это направляющие круглые. То есть за ними вот эти вот направляющие. Не знаю, для чего это сделано, но раз оно есть, значит мы пихаем аккумулятор назад. Не знаю, как оно тут встанет все.
Ну, вот так вот я запихнул. Что-то не стоит ровненько. Так. Сейчас только вспоминаю, а как оно было? Какую сторону хвостика? А я думаю, мы сейчас так пихнем да проверим. О, я чуть не так было затолкал. Вот так вот. Ну и таким же макаром назад все это дело собираем. Так, я его защелкнул. Сейчас осталось закрутить болты назад. Упс, падает все. Это еще прикольная такая выемка, что таблетки, таблеточки удобно брать пальцами. Полукруглая. Так, его нужно зарядить. Берем провод, соединяем, смотрим. Как ускорено, как будто. На старом аккумуляторе этот процесс мигания был намного медленнее. О, соседи сверлят. Нажимаю кнопку PS. Начинает быстро мигать. Сейчас я включу приставку. Нажму включение. О, слышно сигнал. Так, ну, как видите, вот он этот джойстик. Сигнал горит, но зарядка идет, я все вытащу, он просто отключится. То есть работает. Все окей. Зарядка идет. Вот процесс зарядки идет. Так, ну все, миссия выполнена по смене аккумулятора. С вами был Кацунако. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока!